Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и мы продолжаем проходить Observer. Сейчас у нас чувак тут ходит. Мы уже приближаемся к концу, вам напоминаю. Потому что тут уже чувствуется прям финал. Чувствуется, прям пахнет. Смердит, воняет этот финал. Я-то думал, он слепой в реале, потому что в тех иллюзиях он был слепым. Бля! Быстрей! Казалось, это та шахта из Alien Isolation, вот тут отвечаю, вот было похоже, что она сейчас просто закрылась. Ну, как в Alien Isolation. Так, сохранение, значит, я прошел то место. Я думал, он сейчас сюда пойдет. Компьютер заветный. Давай, ну бля, вернись в кадры, вот чё вы. Дэнни, беги! Какой Дэнни? Куда бежать? А, я ж Дэнни, точнее. Так, просто бежит. А кто это, что, наша жена была? Run! Быстрей! Вот чувствуешь финалка это, да? Да быстрей ты. Так, я все правильно делаю, да? Это кто еще? Лукас
Babieno, babieno. Так, идем дальше. Пили. Так. Ну. Бля. Я чувствовал, оно здесь везде. Так, это вот так, это тоже вот так. Но этот чувак сюда не проберется, маленько слишком для него это все. А здесь он стопудово проберется. Так, там тупик. Будем надеяться, что ему это все тоже противно. Что чувак такой, да ну нахер, мне за такое не платят, и ушел. Быстрее бежим. Я вижу выход. Уходим. Быстрей! 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 Ну! Мама мне, ну быстрей! Где-то. Значит, представляете, мы все это время были виртуально. Должно быть, произошло недоразумение. Мне сказали, что решили отказаться от процедуры аугментации. Да, просто хочу все уточнить. Вы понимаете, что означает снижение наших шансов отправиться? Да, я приняла решение. Спасибо. Солнышко, я тобой горжусь. Ты сможешь, я знаю. Я буду рядом. Когда его моя жена родила, но во время беременности, наверное, все, да? Ты обязан это сделать ради меня. Обещаю, не позаботиться о нем, чтобы не случилось. В ту ночь, когда вы с мамой поссорились, ты ушел, и она была очень грустна. Я спросил, что случилось, и она ответила, что врачи могут ее вылечить, но она не уверена, хочет ли этого. Все не так просто, сынок. Ты про то, что предлагают врачи, цена бы была слишком большой. Она не смогла бы больше собой. Она бы не была бы больше собой. Она больше не была бы твоей матерью. Я не это имею в виду, я просто хочу знать. Она сама приняла такое решение? Она правда этого хотела? Конечно. Твоя мать верила в свои силы. Она думала, что сможет со всеми справиться сама. И я тоже так думал. Но она не справилась. Я хотел только, чтобы с ней все было в порядке. Почему ты ее не спас? Чувак, я не знаю. Еще бы помнил. Лучше бы ты не был бы ты. Так, один вопрос, где я? Это кто? Адам? Да ладно. Jesus.
Да уж, от него почти ничего не осталось. Он слышит нас. Да, но он очень слаб. Пожалуйста, постарайтесь поскорее закончить. Дэн, все, все очень плохо. Им нужно заменить несколько деталей. Нет. Эй, полегче! Послушай, у тебя 2 миллиона, два варианта, либо это, либо оставшуюся жизнь ты приведешь в стеклянной банке. Нет. Подумай о своем сыне. Кто не позаботится любой ценой? В чем дело, Дэн? Что бы ни случилось. 3 кубика в нем. 3 зина, немедленно. Все кроме медперсонала покиньте это. Держитесь. Хотите сказать, что это финалка? Ну все, это уже больше ничего не надо бегать. То я думаю соединю серию. Просто ту и эту. Вы разницы не заметите, конечно. Просто ну вот в реале, я мог не заканчивать эту серию, просто дальше идти. Я думал там времени много прошло, но оказывается я там на минут 30 писал. Ну, ты такой лицемер, ты даже не замечаешь этого. Я думал, что поступаю правильно, я не видел лучшего пути. Когда решал ее судьбу, ты настоящий, ты на своих принципах, но когда речь идет о твоих, ты должен позаботиться о... Я должен позаботиться о... Нет, не смей использовать ее в оправдании, особенно после того, что произошло. А что мне требовалось? Сдаться? Нет, ты заставил. Подождите, стоп. Когда я смотрю на тебя, то вижу лишь чудовище, убившее меня. Так это я все время был? Я видел себя? Я в галлюцинациях, что ли, все время был? Теперь ты его опознал. Я все время был этим убийцей. Что, блин? Ну ладно, идем. Что же происходит, ребята? Мне скажете? Это кто? Это что, мое лицо тут? А нет, это Адам. Адам? Что это за чертовщина? Это конечный пункт твоей пути. Теперь впусти меня. Впустить тебя? А как же блокировка? Как же вирус? Вирус до меня все равно доберется. Здесь или там, в сети. Это лишь вопрос времени. Все ясно, тебе нужно было убежище. Не нужно было убежище, недалеко не каждый для этого подходит. Если коротко... Блокировка была лишь предлогом, чтобы защитить меня отсюда. Ну зачем? А что мне еще оставалось? Они зациклили тебя на этих подавлениях, воспоминаниях. Я должен был как-то тебя вызвать. Теперь, наконец-то, ты освободен. Ты сможешь со мной разобраться. Убежище? И я должен стать убежищем? Именно. Разум наблюдателя изолирован. Он вне сети. Это единственное место, где я могу справиться. Крепость, которую вирусу не проникнуть. А если я тебя выпущу, что дальше? Кое-что восхитительно. Да, возможно, это звучит странно, но буду подключаться к другу. Прости, но я такой не пойду. Ты уже терял контроль над собой. Ты на волоске от безумия, но я могу вернуть тебе самообладание. Мы можем помочь друг другу. Знаете что, вот у меня было предчувствие, что
что за этим, ну, убийцами стоит наш сын. И у меня сейчас какое-то дежавю, что я был прав. Ну ладно. Почему я должен тебе доверять? Я больше не могу тебе доверять, ты солгал. Ты сможешь думать, что хочешь, решение за тобой. Спасти нас обоих или прогрузиться в сон лишь отдельно на воспоминаниях существования. В любом случае, конец уже близко. Я соболезную с каждой секундой и скоро уже не смогу поддерживать связь с тобой. Так я могу просто встать и уйти, да? Я, наверное, неправильно что-то сделал, да? Ну, походу, другого варианта не было. Ты хорошо поработал. Ты сделал первый шаг на пути к познанию своей истинной природы. К тому, что стать собой, но у нас впереди еще немало дел. Квартира 104, не трать времени даром. Ты сам себя убил. Лишь одну из своих. Как же ты тогда? Я Адам, который из них единственный оставшийся. Ты убил его, настоящего Адама. Настоящего Адама? Он убил людей, десятки иностранцев и федерациях, превратил его в правое имя своего имя. Еще одна у него имеет никакого значения. Какой ужасный бред. Он же был моим сыном. И я твой сын. Какая разница, если у меня настоящее тело? Ты призван к моей версии меня, которая тебя ненавидела. Как будто это и делало его, меня, твоим сыном. Зачем? Зачем ты его убил? У меня не было выбора. Убить или быть убитым. Вирус, Адам его выпустил. Он понял, насколько ты опасен. Возможно, или... Быть может, он понял, что достиг успеха. Он создал совершенную версию себя, и этого уже его ужаснуло. Ты пытался меня убить. Сплайсер пытался меня убить. Это ты его послал? Как Филипп Кудошников. Он не должен был охотиться за тобой. Но наркотики и паранойя сделали свое дело. И он стал, что ж, совсем одичал. Очевидно, человеческий разум не игрушка. Ха-ха, иронично, он в том, что говорит. Ты убил всех этих людей. Совершенно. Зачем ты убил всех этих людей? Нельзя было, чтобы хоть слово не достигло Херона. Они... Ты просто перекрыл свою задницу. Думаю, что хочешь, но ты знаешь, что как корпорация, они производят все свои достижения. Я хочу поделиться своим открытием. Я сожалею о том, что сделал, но так было нужно. Успеваю считать. Покончим с этим. Я уже устал. Давай покончим с этим. Хорошо, раз ты считаешь, что готов сделать этот выбор, так что же, ты позволишь своему сыну умереть или спасешь меня? Отвергнуть. Мой сын мертв. Не знаю, кто ты и что ты такое, но заплатишь за то, что ты сделал. Вот в реале, я готов. За нашего сына. Какое разочарование! Я пытался надеяться, что ты выберешь простой путь, поскольку ты не находишь мои принципы вескими. Боюсь, мне придется настолько настоять, и что? Хочешь меня в свой разум? А что я, по-твоему, делал в последний час? С того момента, как ты попал в эту капсулу, я рассчитывал себя. Ты разбираешь мое сердце. Нет, пап. Я просто взломаю твой разум. Я не хотел, но ты не оставляешь мне выбора. Я хочу... не хочу умирать. А фиг тебе. Пошел к черту.
После тебя. Да. Не, серию я обрезать не буду, мы уже минут 2 записываем. Внимание, угроза дезинтеграции. Введите лекарство. Я сидел в этом кресле. Очень жаль, что давно закончилось уже не так. Понимаешь, если ты не пожалеешь меня принять, придется толкнуть тебя насильно. К счастью, я нашел для тебя подходящее место. Sorry, Dad. Прости, папа. А что мне делать? Нет, не отключайся, чувак! Будь мужиком, ну! Я уже все тыкаю, просто все. Чувак, пожалуйста. Ага, вот и ты. Где, вот ты где. Плохой дрон. Плохой. Кто-то хорошенько тебя отделал. Научу тебя убивать. Стоп, что? Ничего, странно, я на себя починю. Don't worry. All the genes is gonna fix you up. Ничего. Я стал дроном? Попал. Нужно уходить. Прости, Янус. Другого способа нет. Ни хрена себе ты красал. Взял какого-то левого чувака, вошел. Да, он бегать не умеет. Не, серию я обрезать уже не буду. Я думал соединить с той, но оказывается этого уже не надо. Уже 22 минуты прошло от начала серии. Thank you for your cooperation. Here you are. А вот и вы. Ситуация под контролем. Блокировка деактивируется. Все уже. Гляну, подключись ты к нему. Забрал с собой. Ужас какой, он еще дышит. Кажется... Погоди-ка. Ну вот такая концовка у нас получилась. Не знаю пока, хорошая она или плохая. Я потом посмотрю другую концовку, какая она там. Я перепроходить не буду эту игру, потому что уйдет у меня еще полгода, пока все в этом духе. А так игрушки я ставлю 8 из 10. Только из-за того, что слишком много головоломок добавили. Так и не понял, то ли это головоломка, то ли это хоррор. Хрен его разберешь вообще. А так, ну... Я советую всем ее скачать, установить. Пожалуйста, даже можете потратить деньги, не пожалеете зря. Хороший сюжет. Не настолько, чтобы гениален, но... Я сразу догадался, что сын во всем этом как-то связан. Ну, я сначала подумал, что он убийца. Кстати, я не ошибся, он убийца. Вот так.
Я не ошибся в этом, он убийца. Надеюсь, за эту музыку YouTube мне не нажалует, что скажет, ты какого хуя тут ты такую музыку оставляешь? Но ничего страшного, я ее могу потом вырезать, потому что записываю я отдельный микрофон. Очень удобно, кстати. А так, ну, игрушка мне лично понравилась, так что можете ее спокойно заходить на Steam, там покупать, если она есть, я не знаю, где она, по-моему, в Steam ее можно купить. Я как-то смотрел на нее так, не стал ее тогда играть, потому что у меня проблемы с компьютером были буквально полгода назад где-то, потому что не записывал я уже где-то год. Полгода назад я ее увидел, подумал, что надо будет ее пройти как-нибудь, но на том компьютере вообще не пройдешь. Там был у меня компьютер AMD A4-3300, по-моему, APU, ну вы поняли. И GT даже 730. Там она бы точно не пошла, но... А вот и менюшка. Игрушка интересная, так что... Пожалуйста, покупайте ее или просто скачивайте для удовольствия. Потому что там нервишки могут поиграть. Классно сделали. Графика хорошая на высшем уровне. Если я ничего не путаю, но она на Unreal Engine 4 сделана как раз же. Будет ли продолжение, пока не знаю. Но вряд ли после такой концовки, но... Так что... Ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, комментируйте, ставьте лайки и всем до скорой встречи!